на колонке будем убирать этот кошмар, колхоз и ужас. Для начала надо ее раскрутить. Так, тут как обычно соприклей. И такие же дела разные. Ой. Пережитки Советского Союза. Ну да, соприклей, конечно, деревянный. Советские электронщики делали. Чего-то там в стране не хватало. Соприклея, наверное. Так. Выкрашивается. Здесь, по идее, он уже должен проскакивать. Поэтому, ой, отклеился. Странно. Динамик пищалка отошел. Оп, оп, оп. Выходит. Положено. Да, клей его уже не держит. Хопля. Тыкс. Тыкс, тыкс, тыкс. Что у нас тут? Тут у нас уже термоусадка. Это хорошо. Так. Поищем похожий коробок. Это нам не надо. Так. Очень просто засовываем. Вот. Так. И теперь будем вставлять. Здесь и здесь зашло.
затягивает, в общем. Здесь мы делаем так. И вот так. Их сейчас будем паять. В общем, убираем остатки. Термоусадки с одной и со второй клеммы тоже. Так. Так. Теперь главное отпаять. Нам же тоже нужна термоусадка будет. Возьмем термоусадку немного повеселее. Два кусочка. Так. Плюсом немного припоя. Оп. Так. Одеваем одну, одеваем вторую. Теперь вторую. Сушим и подклеиваем. Сделали. Теперь же нам этот динамик нужно приклеить без всяких скотчей. Клеить будем соприклеем здорового человека. Как и здесь. Итак, для начала нальем его сюда. Дабы зафиксировать. Ну, а теперь самое интересное.
будем фиксировать тут. Все. Дадим софтеклею немного застыть и будем собирать ручку, супермогучую систему. Так, поставить надо на минимум единичку. Обычно по диагонали. Так. Ну, в принципе, вот и все. Зря он, конечно, вторую обрубил, но можно еще тут подтянуть немножечко. Можно давать.